Приветствую вас на своем канале. Это видео о политике моего канала. Вот на таких картах я пока гадаю. Я хочу вам сказать такую вещь. Когда вы смотрите 100, почти 150 уже раз мое видео со мной, где есть я, и ставите дизлайк, вы знаете, это серьезно смешно. Если вам не нравится, то просто пройдите мимо. И меня сейчас еще вот так мысль такая пришла. Ну, в принципе, всегда я об этом думала. Попробуйте достигнуть и сделать в жизни чего-нибудь сами. Создайте свой канал, снимите видео и попробуйте понравиться людям. Потому что так тихонечко просто поставить дизлайк, но посмотреть 150 раз при этом вы сами себе противоречите. Итак, никаких дизлайков, оскорблений. Ну, понятно, что дизлайки тоже будут. Но я вас прошу, если вам что-то не нравится, пройдите мимо. Я не потерплю на своем канале этой грязи. У меня чистый, открытый и очень доброжелательный канал. И поверьте, я не девочка-припевочка и знаю, как с вами справиться. Если будет хоть один негативный комментарий, вы сразу пойдете в бан. Но всем я вам желаю менять свою реальность, быть счастливым, любимым и развиваться. Поверьте, если вы начнете развиваться, вы поймете, как это сложно снять хотя бы одно видео. Информацию я вам даю бесплатно, абсолютно бесплатно. Я благодарна также своим подписчикам. Мне очень приятно. Прошу вас лайкать видео, ставить пальчики вверх, чтобы я понимала, какое гадание вас интересует больше всего. Я жду, не дождусь карт Таро, и тогда просто бомбические будут гадания. Итак, все черные люди, кыш с моего канала, а светлые, мне очень приятно, что вы на меня подписываетесь. Я постараюсь вам открыть очень многие свои знания. Ну, а уже самые тайные и лично для вас только на личных консультациях. Об этом вы можете спросить прямо в комментариях. И я с удовольствием объясню и приглашу вас на личные консультации по скайпу. Благости вам всем! Скоро будут два моих новых видео о новых энергиях, о том, что нас ждет в 2021 году. Будет гадание завтра об этом, а потом видео.